Добрый день, друзья, с вами Минитрактор.укр. Вопрос, который волнует каждого. Зачем покупать этот бутер, если можно купить бэушного японца, и у вас все будет замечательно и классно? И зачем переплачивать за это, если можно взять это 12 года и быть счастливым человеком, купить по дешевке, и все будет best? Кому интересна данная тема, чисто мое мнение, полетели. Друзья, компания Минитрактор.укр не так-то давно существует, но в принципе наши магазины работают в Украине уже более 10 лет. Какой-то опыт мы имеем, постараюсь вам передать, донести и сопоставить факты, чтобы вы приняли осознанное решение покупки той или иной техники. Полетели. Первых, бэушные японцы. Да, техника Японии намного круче, чем этот Китай. Такая техника завозится в Украину, но есть пара нюансов. Во-первых, она завозится с внутреннего рынка Японии. Новые японцы никогда не приезжали в Украину, они тут не продавались. Это баснословно дорого, и никто это не будет покупать. Бэушная техника, которая привозится оттуда, запчастей на нее просто вообще не существует. Их просто нету. Если вы захотите, допустим, поменять кардан на японца, а вы захотите это сделать, потому что рано или поздно он ляжет, потому что техника все-таки бэушная, и техника все-таки привозится уже ушатанная, которая там уже к эксплуатации непригодна. Она привозится сюда, годик-два, все будет best, вы поработаете, все будет классно, но потом он начнет сыпаться, начнут всплывать какие-то косяки. И, чтобы купить одну запчасть, вы потратите просто уйму денег. Этот бэушный японец станет вам в 3 раза дороже через 10 лет. И как многие наши клиенты, которые продают свою бэушную японскую технику и пересаживаются на новых китайцев именно за счет ремонтопригодности, именно за счет недорогих комплектующих относительно тех же япошек, именно за счет именно ценника по обслуживанию данной техники, потому что японская техника дорогая, она не создана для Украины. Украина и Япония — это разные вещи чуть-чуть. Допустим, если у вас там есть очень много денег, и вы готовы постоянно вкладывать в этот трактор, тогда да. Конечно, Китай ломается чаще. Это факт. Китайский шифинг будет ломаться чаще, чем япошка. Но китайский шифинг чинить в 10 раз дешевле, друзья. Я ни в коем случае не агитирую вас покупать именно новый Китай. И не говорю, что Япония там это говно, но я просто делюсь теми знаниями, которые у меня есть, и опытом, связанным с тем, что там ребята реально продают такие трактора и покупают, чтобы вы могли какое-то мнение, знали человека, который именно занимается этой техникой не первый год. Это раз. Во-вторых, по БУ Китаю. Да, такой трактор там 7-летней давности, даже такой Донфэнг или Джинма такая, будет стоить на порядок дешевле. Но она не будет стоить 60 тысяч гривен. Нет, это фантастика. Джинма 40-ка, если стоит 7, новая, 7 с копейками, то БУ будет стоить, в 40% дешевле. Но будет стоить все равно 4-5, это больше 100 тысяч. И по итогу, конечно же, спустя 5-6 лет тоже у китайцев не все так сладко, и будет трактор этот сыпаться. Конечно, запчасти менее дорогие, но по итогу там через 2-3 года эксплуатации такой техники все равно и ее цена где-то уже будет с учетом всех ремонтов стоит приблизительно как техника новая. Вот. Так, друзья, у вас есть по итогу всего-то 3 варианта, нет, 4 развития событий. Первый — это новый китаец. Вы покупаете вот такой трактор, включаете какую-никакую гарантию, все-таки на них есть запчасти, все-таки вы его обслуживаете, это не стоит космических денег. Вариант номер 2. Купить бэушку японца. Мы одно время даже этим занимались. И если кому интересно, я могу оставить контакты на ребят, которые этим занимаются. И просто приготовиться зарабатывать и вкидывать в него каждый раз просто кучу бабок. И вариант третий — вот купить такого же китайца, только бэушного, лет 80. Научите, нормально китайцев, которые служат, их мало, наверное, кто продает, потому что зачем продавать работоспособный классный трактор. А трактор, который уже китайца начинает сыпаться, это вот вы покупаете и сразу вот приготавливаетесь к тому, чтобы лечь вот туда вот под днище с ключами, со сваркой и, грубо говоря, там жить. Вот. И есть четвертый вариант. Лохотроны на OLX по 60 тысяч, продающие такие вот джинмы с фрезой, с пухом в комплекте. Можно просто скинуть им предоплату, понадеяться пару дней на что-то и потом в итоге не получить ничего.
Друзья, мы предоставляем сертифицированную качественную технику, мини-трактора именно китайского производства. Вот. И обратившись по номеру горячей линии или зайдя на сайт, можно что-то выбрать, можно всегда договориться по цене, можно всегда рассчитывать на адекватную скидку, можно рассчитывать на более хорошую скидку при покупке навески. При покупке навески там сразу к трактору цена для вас будет, да, дешевле. Поэтому всем всего доброго. Обращайтесь, не ведитесь на лохотроны, не ведитесь на объявления, где вот такие трактора продаются по 40, по 60, по 80 тысяч. Такого не бывает. Вот. И делайте ваш выбор осознанно. Много раз уже про это говорил. А если какие-то есть вопросы, есть номер горячей линии, мы с радостью вам ответим и поделимся нашим опытом. Всем всего хорошего. С вами был мини-трактор.укр. До свидания.